low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Всем привет, с вами Александр. Сегодня хочу поделиться с вами тем, что выросло у меня из семян, из листа в этом году, то есть своими стартерами, молоденькими растениями, которые я в этом году выращивал. Вот. Конечно, не хватает времени, так как все-таки я люблю выращивать растения, но это не основной мой вид деятельности, это всего лишь хобби, вот, которое приносит радость. Ну вот, хочу с вами поделиться, что выросло, какие плюсы, минусы. Выращивал в этом году я первый раз бегонии. Есть видео у меня по бегониям, которые я сажал из клубня в этом году первый раз. И вот семенами сеял. Вот оставил, в общем, себе два таких растения. Это разные сорта. Одна бегония вот такая желтая. То есть она уже достаточно крупная выросла. Она вот последний буквально месяц, сейчас сентябрь идет уже конец. Она конец августа и сентябрь, она вот цветет. Красивая бегония, мне очень нравится. Несмотря на то, что она выращена из семечка, то есть сеял я примерно, я не записываю, не веду никаких учетов, так как я все-таки не профессионал в выращивании, а просто делюсь тем, что у меня получается, либо не получается. Вот сорт сейчас скажу. Сорт называется Амери гибридная. Вот, Амери гибридная. Это вот такая каскадная бегония. То есть у нее симпатичные такие цветочки, но просто цветы еще маленькие. У меня есть каскадная бегония, по которой я снимал видео. Ссылку я сейчас оставлю на экране. То есть она, естественно, там был большой клубень, и цветы у нее намного больше, и причем приятный аромат. Вот, бегония меня, конечно, радует в этом году. Это вот ампельная, розовый шелк называется. Ну, она вот так раздвоилась. Как бы вид не совсем такой опрятный, но цветы приятные, очень много она цветет уже, как бы, осень, но все равно она радует. Дальше, что еще хотел показать. В этом году вот я тоже начал первый раз выращивать фиалки. Коротенькое видео я записывал. И записывал еще видео, скину на экране, покажу. То есть, как я рассаживал эти фиалки, стартеры от листа. То есть, заказывал я листик, называется сорт Ват Мистика. Сажал я его примерно в апреле где-то. Долго они, месяца полтора, наверное, растали, то может и два даже. Ну вот, и после, вот у меня есть видео, как я рассаживал эти стартеры, от листа отсаживал, и вот сейчас сентябрь, уже практически полмесяца, они все цветут в таком цвету, просто как бы я хотел нарастить розетку, не хотел их. Ну, не хотел, чтобы они цвели. Ну, вот они. Хотел, чтобы наросла розетка, и пересадить их в нормальный маленький горшочек. Ну, побольше, конечно, чуть-чуть. Ну, вот они все задались цветением. И просто радуют меня. Я даже не успел оглянуться. Сейчас особо некогда сильно уделять много внимания цветам. Вот. Ну, вот то, что получилось. Получилось очень даже прекрасно. Вот еще в этом году я уже ближе к лету сеял глоксинии. Вот такие два вида. Но они не особо вот хорошо росли. То есть все-таки, когда сеешь более ранней весной, растения быстрее вырастают, успевают как бы за лето набрать сил. Вот у меня тут императрица белая. Причем одна хорошо выросла, всего у меня два семечка осталось. А вот вторая, это красная, а вторая белая вот получилась вот такая маленькая. То есть они еще как-то болеют, не особо им что-то нравится. Но вот смотрите, даже в принципе, что она такая маленькая, но вот у них уже бутоны. То есть они не успевают вырасти, но уже хотят цвести. А посажены были практически посеяны, то есть в начале лета.
Вот, ну посмотрим, что из них будет. Я надеюсь, что все-таки вот эти две вырастут. Эти, если будут нормальные, я их кому-нибудь отдам. И сеял я, к сожалению, в этом году у меня один цикламен заболел. Черной гнилью, черной ножкой. Я просто не особо знаю, что это было. Но он у меня не выжил. Вот, и в этом году я решил тоже в начале лета посеять какой-нибудь другой вид цикламен. Вот я посеял цикламен красный, махровый. Ну вот 3 сеянца у меня взошло, и все лето они вот очень медленно так росли. Вот смотри, здесь у одного клубнечек нарос, прям такой достаточно хороший. Вот, остальные поменьше. Но вот они не особо быстро растут. Я думаю, сейчас будет прохладно, так как цикламен все-таки любит прохладу. Он сейчас нарастет. У меня сейчас цикламен только начинает зацветать. Вот еще в этом году, это буквально 3 дня назад, я посадил в гравий. Это очеток Моргана. Вот он еще, видите, даже не принялся, он еще есть такой сморщенный. Корней у него практически не было. То есть сейчас я жду, когда он нарастит корни и начнет наконец-то оживать. А это эуфорбия. Молочай. Листовой сорт, я не знаю. Вот, ну и еще в этом году, конечно, кстати, вот этот вид фиалок был также посажен листом вместе вот с ватмистикой. Это сорт Ле Владимир. Но как-то вот очень долго они из листа нарастали, так как они вот, я смотрю, как варигатные, наверное, называются. То есть здесь меньше хлорофилла, и растут они намного медленней. Кстати, вот у одной ватмистики у меня тоже какой-то варигатный лист. Я не знаю, почему это так получилось. Немного странно. Ну вот, этот сорт Ле Владимир, он растет намного медленнее. Посажен был вместе с ватмистикой листом. Рассаживал я намного позже. Видео я не записывал. Потому что все там то же самое. Но вот растет медленно, и после того, как я рассадил, они также очень медленно растут. Вот видите, один даже. Ну, то есть есть и негативные результаты. Так. Что еще? Еще я посадил Ле Мохито. У меня есть видео. Я показывал сорт фиалки. Я вот рассадил от него листик, тоже это было в начале лета, но вот сейчас он начинает нарастать, здесь несколько корней будет. Вот, это тоже кому-нибудь пойдет в подарок. Ну, вроде бы все, вот то, что выросло в этом году. А, еще забыл. Я показывал как раз видео, у меня была коробочка дурмана, в этом году вот я рассадил, это было, я даже записал, 8 августа. Я сеял, и вот смотрите, уже распикировал вот такие сеянцы дурмана. Дурман достаточно быстро растет. У меня большой цветок дурмана тоже есть видео, на котором как раз созревал коробочку. Он уже, по-моему, 3-й год растет. Вот так, как его нужно обновить, я посеял новые семена. Ну вот все, что я хотел вам показать, все, что я смог в этом году сделать, несмотря на большую занятость. Ну, эти молоденькие растения меня, конечно, порадовали. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Сажайте цветы, и они будут вас радовать. Всем пока.